Тротуары у центральной части Гомеля изменяют свой выгляд. Вышиванку с плитки плануют завершить, выкладать до конца месяца. Это коли надворье дозволить. Новое тротуарное покрытие уже укладывают по ободва боки советской. Добраупорядкование, кладка плитки с элементами узору национального белорусского орнаменту закране участок улицы от площади Ленина до площади Паустання. Протяглость амаль 1,5 километра. Выкарыстоўваецца тротуарная плитка гомельских вытворцаў трох колераў. Яе кладуць падрадныя дарожна-будаўнічыя арганізацыі абласнога цэнтра. Не выключана, што ў працяг адзінага стылю будуць добраўпарадкаваныя і іншыя пешаходныя зоны ў цэнтры Гомеля. Канцэпцыя вышыванкі, скажам, для горада не нова. Если вы, как помните, в этом году уже участок улицы Жарковской произвели замену плиточного покрытия в национальном орнаменте при открытии детской городской больницы. Кроме того, в прошлом году закончилась реконструкция набережной реки Сож, где также присутствуют национальные узоры. По имеющейся у меня информации, даже город Гомель попал, скажем так, в рекорд, что протяженность набережной в национальном исполнении плитки, уложенной в орнамент, составляет порядка 2 километров.